Доброе утро, мои друзья! Вы на канале Russian Soul. Вот у нас такое утро, приближающееся к полудню. А я пошла выносить пищевые отходы. Вот, в свою корзинку. И опять пройдусь босиком. Вот снимаю тапочки и пойдем босиком по снежку. Это у меня уже ритуал. Вот здесь нужно аккуратней по ступенькам, чтобы не поскользнуться, ступеньки не чистил. Надо сегодня их почистить. Но зато так здорово, прям сразу в глубокий снег шлеп. И пошла. И пошла ножками. А, у меня длинное платье. Сейчас подол-то платье. Тоже весь снеговое. Ну, кому интересно ощущение. Ну так, холодненький, конечно, снежок. Ну, не знаю, у меня нормальное уже отношение. Я подпривыкла. Видите, вот я пришла выбросить отходы. Там эту корзинку помою. И она у меня постоянно на столе стоит. И очень удобно. Эту коробочку. И опять идем. Сегодня день холодный. Прям холодненькое утро такое. Вот грибу. Видите, как грибу. А потом, когда домой заходишь, тепло. И ступни прям огнем горят. И приятное очень ощущение. Бодрит на целый день. Не просто так все вам. Вот. Вот мои тапочки сейчас обусь. Ой. Ой, так хорошо прихватило. Холодком, морозцем ноги-то. Вот. Иду. Ой, как хорошо-то. И вот сейчас в тепло сразу, резко в тепло. И хорошо. О, сейчас будут отходить ножки. Ой, здорово. У меня беспорядок. Вот сейчас заправляю посудомойку. Разбираю, закладываю. Ой, вот. Ну вот пока все.